Президент Казахстана назвал ОДКБ ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на пространстве Евразии. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе Касым-Жомарт Токаев высказался о значимости организации в современных условиях. По его словам, это не просто военное партнерство, но и уникальный механизм, который объединяет наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности государств. Рассказал президент о том, на каких мерах сосредоточил усилия Казахстан в качестве председателя ОДКБ. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитии возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков. В плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны. Состоялись встречи на уровне секретарей Советов безопасности и руководителей парламентов. Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. На сессии также обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подвели итоги председательства Казахстана в ОДКБ и определили планы на предстоящий период.